нас все в порядке, чувак. Не знаю, о чем ты. Мы убили Мипа. Самого сложного, блядь, героя в их команде. Угу. Молодцы! Красавцы. Я они знаю. Хорошо... Во всяком случае, я так думаю, потому что они вот так побежали. А, нет. Они на вас идут. Кажется, я снова что-то спиздил у Вивера. Пару киллов. Угу. Ведь Мипа. Мипа. Ты уже Мипа, блядь, боишься, да? Ну, один-то на него точно не пойду. Точно. Хаос Кнайт против Мипа, блядь. Неравная борьба. Просто нереально ведь победить Мипа Хаос Найта. Он свой портал заюзает свою вторую. Ой, первую. Да. Да. Не знаю, как вы, я пойду своими делами позанимаюсь. До лавки схожу. Ну, у вас там весело, смотрю. Вообще офигеть. Кто у нас тут остался? Ой, Вивера убили. Блять, слишком много я фрагов у него, видать, своровал. Да? Да. Ну, хули делать, чувак, не я такой, жизнь такая. О, бери руну, руну бери. Охуеть, правда? Просто я бы не догадался без тебя. ДД, блин, зачем я ее взял? Да, ведь ты всего лишь Хаос Кнайт. Хаос Кнайт не должен дамажить. Да, кто-то мастерски заюзал глиф. Кто-то заюзал глиф наш? Да. Охуенно. Что-то башню уже пробили. Это мастерство, чувак, его не пропьешь. Так, дай-ка мне 1.5 косаря, чтобы я гоним купил. Нет. Питер. Обойдешься. Они явно не на Рошане, чувак. Ну видишь, один уже бежал к Рошану. Че, Рошана будем убивать? Ну я пошел на базу, ману остановлюсь. Нахуй он нужен. Все. О, Мипа, пошли Мипа убил. Не знаю, как вы, блядь. А мне и так норм. Так, ну это бесполезняк, конечно. Так. Блядь! Чё? Да ебало меня все это. Их тут много. Кто будет инициировать? О, ослик. Видишь, убил ослика. Ты убил ослика. Конечно. Кто же еще? Так, их слишком много там. Видишь, ты неудержим. Мипа, блять, у него совсем хп, видать, нету. Бедненький. Так, кто у нас там побежал? Мипа выкатался.
Отлично. Мипа выкупился? Да. Ебать, он богатый. Слушай, ну я не накопил 1,5 косаря. Это печально. Я накопил только 200 косарей с того момента. Мне придется отдать свой Iron Branch, чтобы взять эту штучку. Почему ты не спросишь, какую такую штучку? Ебать, ты ненужный нахуй. Просто, блять, нужен чисто, чтобы врагам левел качать. Больше я не вижу для тебя применения. А я сказал не брать ему Хаос Кнайт. Я его, между прочим, предупреждал. Я тебе сказал. Чё? Что я хочу взять Джакира, ты взял Угармага. И чё? У нас, по-твоему, слишком мало керри, да? Джаггернаут, Тракса, Вивер. Нет, нельзя 2 саппорта брать. Нет, блядь, ты не понимаешь, это дота. Тут так не делают. 2 саппорта, да, а, я... перебор. Ты так думаешь, да? Это твой ход мысли, я так понимаю. Нет, когда... Я брал, ты уверен, саппорта, и кто-то там еще брал саппорта, вы на меня орали, типа, нахрена нам 2 саппорта? Ты еблан, что ли? Нет, вы орали. Да ты, значит, нихуя не понимаешь, чем мы орали. Никто бы на тебя не орал за то, что ты берешь 2 саппортов. Я не беру 2 саппортов, я беру 2-го саппорта. Ну вот, никто бы на тебя не орал за это. Ну да. Максимум, за что я мог наорать, это то, что ты берешь 3-го саппорта, например. А то, что мы взяли сейчас 4 керри-героя, вот за это вот, блядь, стоит наорать нахуй на вас. Ну, на тебя. Ты последний, потому что брал. Сначала был Джаггернаут. Ну, вернее, сначала был Батрайдер, которым он рандомом выбрал его. Ух ты, сука, невидимая. Тут это... Блять, прикинь, на 2 удара ни одного мультикаста. Да, я вижу. Сейчас убью кого-нибудь. Рот ты свой убьешь. Пиздец. Как можно так, блять, не фартануть? Ну давай, 2-ю юзай, еблана. Ну 2-ю ты заю... Я убил, чё? Кого ты убил? Хаос Кнайт убил Мипа. Ты, блядь, медаль хочешь или чё за это? Мипа я разве убил? Как это Мипа я убил? А кого я ты, Фантом? Фантом Ассасин убил. Молодец. Да, я знаю. Ведь она же такой аж на 13 уровень. А ты 11. Ты знаешь то, что у тебя левел меньше, чем у Мипа? Знаю. Ты осознаешь, что есть это, да? Да. Насколько ты ущербный? Я знаю, что из-за меня можем слить. Нет, я, ну, знаю, мы не сольем эту игру, чувак. Ну, если вдруг. Если вдруг мы не сольем эту игру, не переживай. А, ну, просто... Тогда я очень счастлив. Просто ты такой бесполезный. Я учусь играть. Я сразу сказал тебе, не учись играть за ебаного... Хаос Кнайта, он хорош. А я тебе в купе с хорошим сказал, это, блядь, саппортом, например, с виспом. За виспа у нас никто не играет. Я вроде тебе еще вот когда там месяц назад сказал, я выбираю 6 персонажей, за которых играю. Про тебе сказал, что я буду брать Хаос Кнайта. Я не думал, что ты будешь так плохо Хаос Кнайтом. Он не настолько силен, но, блядь, ты настолько слаб. Я не профессионал, как ты, так что все. Я тоже не профессионал, мы играем в доту одинаковое время, у тебя даже игр больше, чем у меня на экране. И в первую доту играл. Это не относится вообще никак к делу. Относится. Первая дота, то, что я играл там на парах, это вообще, блядь, ничто, считай. Мипа забрал, кстати, Аегис. Это заебись, потому что он самый бесполезный, нахуй. Ну давайте, мультикасты, нахуй. Ебать ты дал. Ну я же его убил. Ну давай этого убивай. Ну ты можешь станта в него дать, так нет? Маны нету, блин.
а крикнуть «Мана», например. Да пофиг, не догоним уже. Да, блядь, ты бесполезный. Да какой я бесполезный, ты охерел. На все сто бесполезный, ты сейчас еще и сдохнешь. Джаггер, хил. Да он меня бежит, блин. Вообще не туда, куда подальше я хочу. От тебя, он же понимает, что ты бесполезный. Да не, блин, дурак. Мой персонаж куда-то постоянно убегает. Но он от Стой. Тебя пытается убежать. Ну, рифтани. Я, блин, от... Тракса. Ты доебал. Вот, все, она его замедлила. Рифтани. Она промазала. Ну, хоть кто-нибудь хочет... Рифтани, нахуй, застань, рифтани, сделай хочешь. Все, наконец-то, блядь. Ну охуеть просто можно. Вопрос, хули теперь собирать? Чего-нибудь. Я вот, например, мотострел собираю. Похвально. Похвально. Курок, кто везет сюда? Блять, глобал сало, не успел. У меня еще и ману высосал, урод. Да ману я тебе дам, блять, неси. Несу. Сыкунишка. Да горит, хуесоска. Ну, должна, во всяком случае. Нет, неужто не догорела? Не догорела. Не может. Шлюха. Я сделал серию убийств. А, ее убил Вивер. Без меня бы он ее не убил. Так, это, конечно, охуенно, только у меня все, блядь, дорогое по мане, как я ебал Бабу-Ягу. А, я Сейчас понял... Самая дорогая, это твоя хрень. Я понял, почему Дэнди не собирал этот... Там. Аганим, на, когда играл за этого, за Огармага. Почему? Потому что 400 маны, я ебу. Где мне ее брать, блядь, 400 маны? Шерлок Холмс в образе ликантропа. Чё? Ну, ликантроп с именем Шерлок Холмс. С ником, точнее. Тогда я профессор Мориарти. Нет, ты Пагуриан. Или Пагуриан. Пошел ты нахуй, я Мориарти. Сет Пагуриан ты. Вообще я мастер. Рак. Ты даже не знаешь, как переводится мастер слово. Ты так в смысле? Ничемен, в прямом. Мастер переводится мастер. Да что ты? Да, вроде нет, что ли? Отличное знание английского. Не вздумай брать, пусть Тракса возьмет. Так пошлите дальше нести. Мастер, вы слышали? Английское слово the master переводится мастер. Я не помню, ты достал, урод. Ты не знал, блять, чтобы помнить. Ну рифтуй кого-нибудь, только не крипа. Крипа сейчас зарифтанут. А я, вот я крипа, блядь, рифтанул нахуй. Да это из-за твоей, блядь, ебаной. Да, и конечно, ты сам сказал, рифтани, я рифтанул, все. Не, ну да, базаров нет. Вот видишь? А, мышка отказывает, блядь, в натуре, я сломал мышку, я ей слишком сильно ебашу. Да я только что ее сломал. Зачем? Как ты ее сломал? No mana. Все, я съеб... А, нет, надо не поебнуть. Черт, я не смог, блин. Ну, там? Шерлок Холмс, он... Шерлок Холмс должен был победить профессора Мориарти. Да. Это все равно, что состязание доктор против The Master. Ты, кстати, даже не знаешь, как это переводится.
Ну так скажи, блин, просвети. Зачем? Зачем? Я не просвещаю невежд. Что ты знает? Я знаю, чувак. Так а что не скажешь? Ну зачем? Поищи сам. Может тебе понравится знания получать. Давай, короче, надо... Сейчас, короче, надо раскачать их, чтобы видео вышло больше 40 минут, и я разделил его, короче, на два куска, чтобы это так, самое... Так нормально. А так получается, что только один 18 кусок. Минут. Ой, вот, отлично, будет... Вивер сейчас сдохнет, и будет вообще пиздато. Можешь еще одну игру сверяем? Ты знаешь, что сейчас будет матч No Tide Hunter против кого-то там? Не О. помню кого, но кого-то да там. Да скинь мне будет, пожалуйста. Кого? Матч? Стрим. Матч, стрим? Да. Не знаю, чувак. По-моему, ты себя достаточно плохо вел. Чё ты как баба, дай. Как баба? Дай. Как баба, дай. Ну вы понимаете, да? С кем я... Дай мне. Ну чё ты как баба? Дай. А бабы тебе не дают, я так понимаю, да? Могу сказать, чё ты как бабка. Нет, ты сказал, чё ты как баба. Дай, то есть бабы тебе не дают. Ты хочешь, чтобы хотя бы я дал, да? Ну вы понимаете. Это Джек Фрост. Ох уж это Джек Фрост. На самом деле, вот такие игры самые неинтересные. Это просто геноцид за счет того, что у нас тащит Вивер. У которого ты стилил фраги. Как он сказал. Это он стилил у меня, пидор. Вот бы без меня, он бы не сделал первых этих фрагов, блядь. Он просто... Эй, боюсь, баба, меня бьют. Ага, ебать ты лох. Пришел, огреб, треть хп проебал, убежал. А, там этот. Кстати, кто знает, вот кто сталкивался с такой хуйней, то что ставишь дайровский худ, застилил башню. Вот я хуесос. За мной бегут целые толпень. Ну, мипа один. То что вот, короче, ставишь дайровский худ, и видите, вот этот вот. Да я не успеваю даже кастануть на них этот. Че они так быстро умирают? Хали, контроль плох. Шерлок Холмс меня не добил. Хотя мог бы. Я нечаянно. Окей. Чик. Да, Вивер 22.5. Ну, он 5 раз фиданул, блять, это больше, чем у меня практически, ну, чуть-чуть меньше. Хочу убить осла. Нет, нельзя. Они, смотри, они борются за осла. Один вот кликает, давайте убьем осла. Второй такой, нет, ослик, живи! Я все равно разделю это видео на две части. Ну, дайте как раз хватит, ну, нормально точнее будет, по 18 минут. Ну, это ты, говноед, понимаешь? Это ты так поступаешь со своими зрителями, а я-то... Ну, вообще-то, да, одно видео 38 минут, а мои интро всякие, это слишком много. 38, нет, придется на 2 разделить. Просмотры, просмотры, просмотры. Эх. Як хорош просто. Да. Просто великолепен. За сколько их героев я уже выиграл, ты считаешь? Нет. Почему? А нафига? А, стоп. Ну, смотри. Огрмагом ты все... Агармагал, котел, фантом лансер. Герокоптер. Герокоптер, алхимик. Кажись, 5. Да. Вроде бы 5. Угу. Ну что ж, полсезона пройдено, можно сказать, так что. Без Паши. Как по-моему, без Паши мы теперь будем играть. Ну, если он продолжит нас кидать, то да. Так что. Как мы только первую серию начали снимать вообще в доте. Вы же начинали без него. У него комп тогда был сломан, а сейчас нет, он просто пидорас. Он тогда улетел. Ну тогда его не было, у него не было возможности, а сейчас он просто пидорас, он нас кидает вечно. Что вчера, что сегодня, так что... Умрет от рака, ничего страшного. О, смотри на этого, блять. Я уже вышел из игры, блядь. На сайленсера, да ты гандон. Точнее, я в лобби. Ну ладно. Ты прощаться будешь или че уже? Ну видишь, я растягиваю время, чтобы хотя бы по 20 минут серия вышла.
Это же некрасиво. Ну ладно, в общем, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. О, капюшон. Хорош растягивать. Оставляйте комментарии. Смотри, у меня ГПМ 382, это почти как 228, только тут вместо тройки, короче, должна быть восьмерка, а вместо восьмерки двойка и вместо двойки восьмерка. Это хорош, давай, прокачайте уже. А зато посмотрите на его ГПМ 280. 14 левел, самый маленький... Эх, фантомка не обогнал, на которой я фестблад сделал. Ну ладно. Чё там я сказал? А, друзьям советуйте, да, у меня группа ВКонтакте есть, можете вступить. Шерлок Холмс плюс плюс плюс. Интересно, что значит это плюс плюс плюс? Только для Шерлок Холмсов. Да, наверное, это какой-то шифр для людей. Детективов. С фамилией Маяковский. Ну, тормоз, ты все? Давай, заканчивай. Дульный тормоз-компенсатор, это ты. С вами был Сет и Джек Фрост, до свидания. Пока.